С кем я работаю? Запись уже идет, блядь. Мы будем, нет? А где хлопушка? Люся? Так, ну все, я все поправила. Давайте снимать, ебать копать. Так что, с 18 по 21 августа. Понимаешь, так, ну, это... С 18 по 21 августа. Кто пишет, блядь, эти тексты? В Праге будут стендаперы. Ёб твою мать, фразу надо. Дайте мне фразу. Смотри, я говорю... Я нервничаю, я перед этой камерой пиздец нервничаю. А знаешь почему? Потому что ты что-то... Я теку как сучка. Ты должен... Будет много смешных комиков. Не, будет хороший, качественный юмор. Будет весело. Бля, я чувствую, сейчас будем все переписывать. Два. Фестиваль в Праге пройдет с 18 по 21 августа. Будет много стендаперов. Много стендаперов и, блядь, ноль юмора. Какой я долбоёб. Текст по-дебильному написан. Пишите нормально тексты, а то пишите всякую хуйню. Будет украинский стендап, женский стендап. О, сколько там этих стендапов будет? Я уже потерялся. Витя, блядь, еще будет прожарка, самый умный комик, рост батл. Оля, я и без тебя знаю. Не тебя спрашиваю.